Они проводят последнюю разминку и собираются с мыслями. Клиффдайвинг – это прыжки в воду с экстремальной высоты. Весь полет прыгунов в воздухе занимает считанные секунды. За это время они успевают совершить несколько оборотов и войти в воду на сумасшедшей скорости. Скорость падения достигает 100 км в час. Свободное падение длится около 3 секунд. Спортсмен во время прыжка испытывает перегрузки, такие же, как и гонщик Формулы-1. Нервы, конечно же, есть, волнение. Готовился, и все готовились, приехали лучшие. Заруба будет очень сильная, и сейчас самое время пойти начать тренировку. Впервые мировая серия по клиффдайвингу проходит в Крыму. На скале Дива в Семизе собрались спортсмены со всего мира. Призовой фонд в этом году составит рекордные 25 тысяч евро. Более 5 тысяч человек со всех уголков мира приехали поддержать своих чемпионов. В Ялте я впервые. Мои первые впечатления вдали от дома, вода в море прекрасная, горы спасают от ветра. Ветер – это главный враг дайверов. Именно в эти минуты спортсмены вступили в борьбу за Кубок мира клуба фрирайда. Уже вечером мы узнаем имя сильнейшего клиффдайвера современности. Арзы Хасьянова, телеканал «Миллет».